этот период, когда вы тренируете армян, была ли у вас мысль уйти по собственному желанию? Нет, слушай, не было таких мыслей, не было. Было определенное негодование, допустим, когда мы вылетели с Украины, когда проиграли этот грабит, но в любом случае тренерская работа такая, нужно уметь справляться, да, с мыслями, с желаниями. Думали ли вы, что вас уволят? Слушай, но когда тренер подписывает контракт, он всегда должен держать в голове, что он будет. Какой-то период у вас была мысль такая, что вот сейчас возможно.